доволен, да, то, что проиграли. Многое не получилось, да, наверное, может быть, волнение, скажем так, перед более титулованной командой. Не так получалось, как на тренировках, поэтому немножко опечален, да. Ну и плюс, конечно, с общей игрой не справились, да, то есть вроде бьем-бьем, но добить не можем. Ну, наверное, сейчас на старте сезона тяжело ждать качества, дать. Потому что и мы, во-первых, под нагрузкой, у нас важная игра следующая будет. И поэтому, я думаю, и тренер, как бы, и команда туда сейчас больше нацелены. Это свидетельствует о том, что и тренажерный зал у нас вчера был достаточно тяжелый. Да, не знаю, честно скажу, играли, старались. Вроде с ребятами обговаривали, что получится. Все решит разница, кто меньше сделает ошибок. Ключевых моментов, как оказалось, мы сделали чуть больше ошибок, судя по счету. В третьей партии не знаю, что произошло. Видимо, Артем Вольвич начал лучше подавать. И, ну, как бы сарказм, не в обиду ему. Но я думаю, что с такой подачей надо сразу сниматься. А мы как-то забуксовали, начали переживать. Ну, ничего, надеюсь, по крайней мере, что первые вот эти игры мы вкатываемся, а потом уже будем прибавлять именно в уверенности, в своей силах и веру в себя. Дыру сегодня поменяли, он не готов по-прежнему, да? Ну, чудес-то не бывает, да. Конечно, мы дозируем нагрузку его, да, то есть даем возможность все-таки почувствовать игровой ритм, но и в то же самое время мы уже должны готовиться к «Динамо», Новосибирск. Ну и вообще месяц у нас сейчас насыщенный предстоит его, так что сегодня через эту призму рассматривали этот матч. То есть понятно, что как бы, можно было сделать там какие-то там замены, там счет где-то позволял, но сегодня идея была такая, что мы уже готовимся на будущее. Ну да, это правда. Мы все-таки целенаправленно там не готовились к этому матчу, да, как я уже говорил, да, у нас есть серьезный соперник 15 числа нас ожидает, ну и наша цель – это быть в нормальной кондиции уже с 15 числа, да, и вот постараться, насколько возможно, продержать это вот до Кубка России, да, до полуфинального этапа. Сегодня, как я уже сказал, забрали, наверное, штук 6 киллблоков чистых у нас, да, потому что страховали просто прекрасно. Не знаю, где-то, может быть, не без везения, вот, но везение тоже просто так не дается. То есть это за счет того, что они отработали на 100%, даже проигрывая там, может быть, с разницей в 10, не опускали руки. И мне очень понравилась команда, я считаю, у них вполне хорошие перспективы.